И собравшися апостоли ко Иисусу, и возвестивши Ему вся, и ликосотвориша, и научиша, и рече им, «Придите вы сами в пусто место едини, и почите мало, бяхубо приходящие и отходящие мнози, и не ясти им бе, когда. И идоша в пусто место кораблем едини, и видишь их идуща, и познавши их мнози, и пеши от всех городов стицахуся тамо, и предвориши их, и снедошися к нему. И шед, види Иисус народ ног, и милосердова о них, за не бяху, яку овцы неимущие пастыря, и начатых учите много. И уже часу много бывшу, приступши к нему ученицы его глаголоша, яку пусто есть место, и уже час мног, отпусти их, дошедши в окрестных селях и весях, купят себе хлебы, не имут быть часо ясти. Он же, отвечав, рече им, дадите им вы ясти, и глаголуши ему, дошедши купим двумастома пенис хлебы, и дамы им ясти. Он же, рече им, калика хлебы имате, идите и видите, и увидевши глаголуши, пять хлеб и две рыбы. И повеле им посадите вся на споды на траве зелене, и возлегоша на лехи по сту и по пятидесят. И прием пять хлеб и две рыбы, воззрев на небо, благослови, и преломи хлебы, и даяши учеником своим, да предлагают пред ними, и обе рыбы раздели всем. И едоша все, и насытишася, и взяши у крухи двенадесяти коши исполнь, и от рыбу, бяши же явших хлеба, яко пять тысяч мужей. И обе понуди ученики своя вните в корабль, и варите его на воном полу в Вифсаиде, донде же сам отпустит народы».